Отделение пластической и реконструктивной хирургии реанимировали в областной клинической больнице. Оно существовало в 90-е, но сохранить это направление в непростые годы не удалось. Высокая потребность в восстановительной медицине заставила вернуться к этому вопросу. Дефицита пациентов в новом отделении не будет. Здесь уже делают реконструктивные операции после перенесенных тяжелых травм и ожогов. Получить такую помощь можно по полису ОМС или федеральной квоте. А вот пациентам, которые хотели бы изменить форму носа или увеличить губы, придется раскошелиться. Пластические операции будут платными, а деньги пойдут на развитие больницы. Спрос на пластику высокий, новым направлением активно интересуются даже сотрудницы медицинского учреждения. На сегодняшний день я считаю, что раздел пластической хирургии тоже должен быть безопасен. И безопасность пациенту может гарантировать такое громадное учреждение с огромной службой анестезиологии, реанимации и так далее. Эти операции все можно сделать абсолютно безопасно для наших пациентов. Поэтому вот эту тему мы и восстановили, поэтому мы ее и реанимировали.